Добрый вечер, дорогие друзья. Мы все очень рады вас сегодня видеть. Мы все очень рады, что в Москве столько открытых хорошей музыки людей, открытых не только ушами и глазами, но и сердцем, неравнодушных к проблемам других людей. Мы постараемся, чтобы вам сегодня с нами было тепло. И хотим немножко рассказать о том, вообще, зачем мы здесь сегодня собрались. Для этого я позову на сцену Марию Ильченко, координатора программы «Дыхание», которой мы сегодня помогаем. Служба помощи милосердия. Она скажет пару слов и представит тех людей, кто работает с подопечными программами на местах, чтобы вы понимали, что мы делаем сегодня. Спасибо, дорогая Леночка. Здравствуйте, дорогие друзья. Я всех поздравляю нас с вами с таким вечером воскресным, замечательным. Мы с вами все в тесноте, но ради хорошего дела и с первоклассной музыкой, с первоклассными музыкантами, которые просто невероятным образом все в этот день собрались для нас и будут дарить часть своего таланта. Спасибо им огромное. Сначала, наверное, я все-таки это вот так вот скажу. Так получилось, что это совпало с тем, что в благотворительной программе «Дыхание», в рамках которой мы собираем средства на дыхательные аппараты. Все вроде очень просто, но очень и непросто. И в благотворительной программе «Дыхание» исполняется в этот период 2 года. И для того, чтобы сказать самые главные слова, так как я нахожусь в жизни программы всего 2 с лишним месяца, я думаю, будет справедливо, чтобы я представила тех людей, которые были вдохновителями и изначально все это дело принесли в службу милосердия в одну из очень крупных благотворительных организаций и вот рассказали о том, что есть еще люди, которым нужна помощь. Этими людьми является Наталья Семина, которая у нас доброволец, но такой вдохновитель нашей программы. А также врач-невролог Лев Брылев, который руководит службой помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом. И Василий Штабницкий, замечательный врач-пульмонолог с таким вот очень интересным словом. Добрый вечер всем. Мы на самом деле не будем долго разговаривать сегодня, потому что, как и все, кто сюда пришел, мы с нетерпением ждем, когда начнется музыкальная часть сегодняшнего вечера. Но, конечно же, мы не можем не сказать, по поводу чего и по поводу кого мы сегодня собрались. И все пришли сюда, и спасибо всем огромное, и спасибо, конечно же, музыкантам. Программа «Дыхание», о которой Маша сказала пару слов сейчас, на самом деле это программа, которая была создана для того, чтобы помогать людям, которые болеют очень редким и тяжелым, извините за то, что я говорю об этом вечером в джазовом клубе, но тем не менее это так, неврологическим заболеванием, со сложно произносимым названием боковой амиотрофический склероз. Может быть, вы слышали словосочетание «БАС» в связи с недавно прошедшим и до сих пор еще идущим флешмобом, когда люди обливаются ледяной водой по всему миру. Это как раз по этому поводу. Но сегодня мы не будем обливаться водой, сегодня будет музыка. С этим словосочетанием и с этой аббревиатурой, к счастью, мало людей знакомы, и мало кто слышал, и в течение своей жизни многие никогда не пересекаются с этим никак, потому что это редкое заболевание, им болеет 5 человек на 100 тысяч, в процентах это, если я не ошибаюсь, 0,05%, но в абсолютных цифрах это много людей в нашей стране, это 12 тысяч человек, и все их близкие, которые так или иначе вовлечены в это заболевание, потому что оно не может оставить человека один на один. Как правило, это касается всей семьи. И как это часто бывает с редкими заболеваниями, эти люди, к сожалению, в нашей стране не получают никакой помощи от государства. И единственный способ им помочь – это помочь пока в рамках благотворительного проекта и в рамках таких мероприятий, вот как сегодняшний вечер. Поэтому еще раз вам всем огромное спасибо, потому что реально сегодня команда людей, которые помогают больным с вас, вот увеличилась на число всех присутствующих здесь. И, конечно же, большое спасибо музыкантам, которые в этом участвуют. Мы буквально пару слов вам скажем, что это, потому что, это редкое, правда, заболевание. Наверное, вы должны понимать, что происходит с людьми, которым вот
который слышит такой диагноз. И я прошу на наших врачей сказать. Клев, врач-невролог. Добрый вечер. Спасибо большое, что вы пришли, присоединились действительно сегодня к нашей команде людей, которые хотят помочь, горят этой идеей. И вы здесь, и мы сегодня ради наших пациентов. Болезнь эта очень тяжелая. В результате нее очень быстро активные люди становятся прикованы к кровати, перестают дышать, говорить. Они не могут фактически через уже год, два или три общаться, но при этом понимают все происходящее. И в таком состоянии могут находиться долго прикованными к кровати, фактически очень часто в одиночестве. И наша, ну, можно сказать, миссия, которую мы на себя взяли, помочь этим людям всесторонне. И этот вечер – это еще одна маленькая деталь, одно маленькое дело, которое мы для них делаем. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Добрый вечер. Меня зовут Василий Штарницкий, я врач-пульмонолог. Вместе с Львом Брылевым, с Натальей Семиной мы уже около 3 лет занимаемся такой проблемой, как боковой амиотрофический склероз. Моя функция в команде – это помощь пациентам, страдающим дыхательными расстройствами. А, к сожалению, в связи с прогрессированием заболевания, в связи с нарастающей мышечной слабостью, у всех пациентов в той или иной степени отмечается дыхательная недостаточность, тяжелая одышка. И, по сути, одно из ключевых таких вмешательств видов помощи, которую мы можем и должны оказать пациенту, это респираторная поддержка. И одновременно со своей такой значимой ролью это все, что мы делаем, наиболее затратно. Так слово сказать, что приобретение аппарата вентиляции легких это порядка 200-250 тысяч рублей, которые, конечно, не у каждого пациента есть в кармане, и это требует сбора средств, в том числе благодаря благотворительной программе дыхания удается эти средства собрать и помочь пациентам. Поэтому прежде всего огромное спасибо всем, кто откликнулся, кто пришел сегодня, и гостям, и, конечно, музыкантам, которые организовали такой замечательный вечер для нас. Я не знаю, на какой, всегда хочется закончить на какой-то хорошей ноте. Про это заболевание сложно говорить, и как-то даже не совсем, наверное, правильно вот так какие-то рассказывать страшные вещи про эту болезнь. Я думаю, что когда все вместе люди собираются, когда они все вместе хотят достичь какой-то одной цели, каждый вносит свой какой-то личный вклад, многое получается, и действительно за 3 года нам удалось сплотить команду. Мы начали внедрять некие западные некоторые стандарты помощи и видим, что потихонечку судьба наших пациентов улучшается, и хоть как-то мы можем помогать, в том числе благодаря вашей помощи. Спасибо вам большое. Еще буквально пару слов. Я хочу сказать, что сегодня в зале есть люди с этим диагнозом, и есть люди, чьи родственники болеют БАС, поэтому Лариса, Вика, Юля и все, кто здесь, это сегодня этот вечер для вас. Спасибо вам, что вы пришли, сила, мужество, терпение. Спасибо, спасибо музыкантам. Служба помощи милосердия. Ну а сейчас мы переходим к музыкальной части. Сегодня у нас масса интересного. Будет звучать очень разная музыка. И для меня огромная честь пригласить на сцену первую артистку, первого музыканта. Это очень яркая, харизматичная, интересная девушка с огромным творческим диапазоном. Ее зовут Алена Томинцева. Вы все ее прекрасно знаете. Пожалуйста, поприветствуйте ее. Алена Томинцева! Большим составом, но не менее приятно будет сейчас обещать. Гори!
Thank you.
Thank you.
Это было очень красиво. А сейчас мы приглашаем на сцену наш хаус-бенд, который будет немножко видоизменяться в процессе сегодняшнего вечера. Кстати, пока они выходят на сцену, я хочу от себя лично и от всех певцов, которые будут принимать участие в концерте, сказать спасибо нашим друзьям-инструменталистам, которые нас поддержали. Без них нам очень трудно. И мы их очень любим и благодарим за то, что мы сегодня вместе имеем возможность здесь что-то творить. Ну и я на правах зачинщика данного действа сейчас с ребятами спою вам несколько песен. И первая песня, которую мы сыграем, это будет наша авторская пьеса, которая называется «Рождение». Thank you.
Я попросила наших певиц и певцов исполнить как можно больше авторской музыки сегодня, чтобы вы могли составить представление о том, что делает каждый из нас. Все разные, все талантливые, все интересные. Поэтому откройте уши, откройте сердца, музыка будет совершенно разнообразная. И сейчас мы сыграем вам фанковую пьесу, которая называется «We can fly», «Мы можем летать». И я думаю, что то, что у нас сегодня так много, это доказывает. Love is me, we can fly.
сказать о том, что мы сыграем следующим номером. Дело в том, что сегодня в зале у меня присутствует особенный человек. Человек, который меня с этой музыкой познакомил. Это замечательный мой дирижер Ирина Ефимовна Тимохина, которая преподавала хор в моей музыкальной школе. И, в общем, благодаря хору мы с Машей познакомились, и это все состоялось именно, в принципе, благодаря вот этому человеку. А вот эта песня, она настолько для меня особенная и дорогая, что она вошла в наш репертуар. Поэтому мы сейчас вам сыграем русскую народную тему, которая называется «Ты река, моя реченька» в нашей аранжировке. Ирина Ефимовна, не пугайтесь. Дитя моя,
тоже. И я готова пригласить на эту сцену солнечную, прекрасную, очень вдохновенную, светлую, зажигательную девушку, мою давнюю подругу, прекрасного музыканта, композитора, певицу, маму двоих детей, между прочим, один из которых здесь находится, Александра Магерова! Исполним для вас несколько моих авторских композиций. Вместе со мной на сцене Максим Шибин, гитара, Артем Юрлов, барабаны, Сергей Корчагин, контрабас, бас-гитара, Дмитрий Елугдин за роялем, Александр Бруни, флейта. И первая песня, которую мы исполним, называется «Зеленый май». May is so green. Thank you.
свежее, свободное дыхание ворвалось в этот зал. И замечательно, что сегодня у нас есть возможность поучаствовать косвенно в жизни тех людей, для которых это не так просто, как для нас, дыхание. Следующая песня, которую мы исполним, к нам присоединился еще раз на этой сцене Андрей Красильников, саксофон. Очень легкая, юморная, немножко дерзкая. Она называется «As Soon As Possible».
Сергей Кончагин, контрабас, Артем Гелов, барабаны. Следующую песню я осмелюсь исполнить для вас, аккомпанируя себе на рояле. Это одна из первых песен, которую я вообще выучила в своей жизни, когда еще была маленькая, и спустя какое-то время написала вот такую аранжировку для этой песни. Мы все пришли в этот мир
чтобы делать одно и то же. Любить. Family. Сказать вам всем, что она сегодня выступила идейным вдохновителем этого мероприятия, собрала сегодня всех нас, но ты слишком рано вышла, и как будто ты этого не слышишь сейчас. Спасибо. На самом деле, я хочу вам сказать, что ничего подобного на самом деле. Просто все само собой организовалось, возникла идея в воздухе, и за один день при обзвоне всех этих людей оказалось, что они готовы и с радостью нас поддержат. Это воля проведения, просто я кисточка в руках. Ничего личного, как говорится. А следующая исполнительница, которую я с огромным удовольствием представлю, тонкая, воздушная, нежная, удивительная девушка, лауреат всех мыслимых и немыслимых джазовых конкурсов, Юлиана Рогачева!
для меня это особенное выступление. И начнем мы с джазового произведения, оно называется «Open your eyes, you can fly». Открой глаза, ты можешь летать. Courage to be free.
Спасибо. А сейчас для вас прозвучит авторская композиция, это джазовый вальс. Называется «Апрель», я сочинила его несколько лет назад. И эта песня для меня очень дорога. Thank you.
You make me sing, comandante, I'm his undone.
свое мировоззрение, свой взгляд, свое лицо творческое, но все мы здесь сегодня вместе ради одного большого дела. А сейчас я приглашу на сцену очень стильную, очень яркую, иногда даже очень напористую певицу, звезду небезызвестного телепроекта, не будем его называть, все и так знают, Полину Зизак! Ура! Добрый вечер, дорогие друзья! Я безумно рада сегодня быть здесь, очень рада, и хочется сказать огромное спасибо фонду «Милосердие» и Алиночке Ростоцкой, что она здесь сегодня нас собрала и дала нам возможность побыть вместе, послушать друг друга и, конечно же, помочь людям своей музыкой. Я бы хотела для вас спеть парочку своих авторских композиций. Первая из них, скажем так, песня-призыв, называется она «Just do it» или «Просто сделай это». Для тех, кто что-то очень хочет, хочет чего-то сделать, но не решается. «Just do it». Being by my side. Oh, hey, 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 hey
Спасибо большое. Сейчас еще одна моя авторская композиция. Лирическая, мы сыграем ее дуэтом с Вовой Нестеренко. Песня о любви, называется она «All I Need». All I need, and if you change your mind, I won't.
Владимир Нестеренко. А сейчас, пожалуй, для вас сыграем джазовую композицию. А впервые услышав ее, во мне проснулась любовь к этому жанру. И я начала петь джаз, именно услышав эту композицию. И хотела бы посвятить ее одной из величайших вокалисток джазовых. Ее зовут Элла Фиджеральд. Песня называется «Мистер Паганини». The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, "Many friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now." Then from the balcony, way up high, there's thank you.
я с не меньшим удовольствием представлю вам уникального человека. Вы много видели девушек с тромбоном? Думаю, что немного. А еще и поющих, а еще и играющих на сопрано-саксофоне. Думаю, вообще, это абсолютно уникальный случай. Алевтина Полякова сейчас выйдет на сцену. Этот человек с очень интересной авторской музыкой, с очень интересным взглядом вообще на вещи. Сейчас вы все ее увидите и услышите. А потом мы сделаем паузу, и в конце на сцену выйдет наш хедлайнер. Я не побоюсь этого слова. А сейчас Алевтина Полякова! Ура! Thank you.
слышишь меня именно там. Да, именно там. Под цветущим деревом. Я знаю, что ты скажешь самые важные слова в моей жизни. Да, самые важные. Ты почувствуешь это. Сейчас мы справимся. Кукомазец.
Попробуй ты почувствовать это. Я так понимаю, почувствую. Еще не все. Сейчас наш Константин берет гитару и тихим голосом поет.
Сергей Корчагин. На вас гитара. Thank you.
Алевтина Полякова. Ну что, друзья, я от души благодарю всех, кто участвовал в сегодняшнем концерте, и инструменталистов, и вокалистов. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, чтобы вы могли немножечко осмыслить все услышанное. А сейчас будет на сцене чек группы Termates. I hate Termates. Сейчас будет замес просто нереальнейший. Поэтому приготовьтесь. В общем, я думаю, что стулья не понадобятся, потому что сейчас будет очень горячо. Отдыхайте, немножко расслабьтесь и будьте готовы к месиву, которое сейчас будет на сцене. Спасибо вам большое всем! Здравствуйте! Мы немножко порезвимся, потому что это не запланированный концерт. Мы собирались с Викторией прийти и спеть под фортепиано две песни, но мужчины, вот видите, что пиво пьют, они все-таки успели прилететь. Что, простите? А чай очень хорошо. Вот, и поэтому мы немножко пошалим.
маленькой девочкой была. Да, девочка, это ты. I'm in chains. Да что ты? You're in chains too. Our uniforms. You are uniforms too. I'm a prisoner. You're a prisoner too, Mr. Jela. Mr. Jealous, I don't mean.
Еще не исполняли никогда.
наверное, это впервые. Посетители уникального момента. Добро пожаловать.
Спасибо.